Всем много, сука, же мы зрители, подписчики наших каналов. Сегодня я Фантом Блейд и мой модератор Савельев Анатолий. Здравствуйте, дорогие зрители, сегодня с вами я, Савельев Анатолий, и мой модератор Фантом Блейд. Вот, сегодня мы вам покажем... Тамуза, я его купил. Мы покажем сегодня не с аккаунта Фантома Блейда, а с моего аккаунта Marvel AC. Вот я, и сегодня вот Тамузом мы вас научим играть, вот. Вы этого очень долго ждали, и вот мы наконец-таки купили Тамуза и покажем все такое. Обучим вас, чтобы вы играли успешно, вот, и хорошо. И чтобы добивались только побед. Да, это видео не такое длинное будет, потому что мы будем тестировать, именно учить вас этому играть. И сегодня к моему обучению присоединится Савельев Анатолий, потому что я обучаю, как играть разным героям, а Савельев Анатолий учится. Но тут он с нами будет. Ладно, чтобы вам не ждать, короткая реклама. Итак, дорогие друзья, Тамуз. Так, первая способность — это косы. Они, пассивка у Тамуза, она поджигает врагов. И враг горит ненадолго и наносится ему слабенький урон. Вы можете забрать свою косу, а можете и нет. Когда вы забираете свою косу, перед вами загорается лава. Я вам могу продемонстрировать. Берем, вот так вот, собираем свою косу, прыгаем. Да, под нами загорается лава. Я вам возмездие. Я желательно беру возмездие. А еще прикольно, когда кидаешь эти клинки, вот эти самые косы, да-да-да, то можно бить врагов и просто так, когтями, прикольно. Пока там бьется, можно и так бить. И вот, круто началось. С нами стоит на миду кэрри, но я-то хороший мидер, я-то умею играть. Да, дорогие друзья, мы играем, я повторяю, на аккаунте Анатолия Савельева, не на моем, Тамуза у меня нету, я его не покупал, но Анатолий Савельев... Бейте ее. Купил. А в чем прикол? А зачем она... Значит, она залагала. Ну ладно, это же нам в плюс, в принципе. Так, вторая способность — Тамуз. Тамуз берет и прыгает в определенную местность. А когда я, кстати, забыл вам сказать... блин. А когда я забыл вам сказать, кстати, когда Тамуз выкидывает косы, он ускоряется. Как видите, я стал мусорку быстрее. Мусорку выкидывает он. Так, ульта. Основное достижение Тамуза — это ульта. Без ульты он никто. Потому что ульта поджигает врагов. Называется она «Вжигающая инферно». А так он никто. Без этой ульты он никто. Так, бежим. Он улетит. Я, в принципе, вам все рассказал о Тамузе. Играть им, конечно, надо вот так. Уметь. Расскажите, дорогим телезрителям, как же получить им МВП и играть прям топово. Прям. Как я сейчас убил кэрри. Вот так вот и надо играть. По фарму я, наверное, самый сильный, да? Так, ну что ж, мне больше, наверное, не осталось вам ничего показать. Вы, наверное, сейчас послушаете музыку, а я буду вам, так сказать, играть им. Угу. Yeah!
Такие, так сказать, дауны. Ну, нет, не так сказать, просто это не очень нет, не опытно. Дауны, у нас МВП, да, дорогие друзья, вот что это. Я вам всем реп. Вот что-то.